Rusia sedia membantu untuk menamatkan konflik di Asia Barat. Presidennya Vladimir Putin berkata tidak ada pihak yang mahu konflik itu terus merebak tanpa penghujung. Katanya walaupun tidak terlibat secara langsung, Rusia tidak mendapat sebarang manfaat daripada pelanjutan konflik itu. Кто бы чего ни говорил, Россия не заинтересована в том, чтобы конфликт усугублялся. Стратегически мы от этого ничего не выиграем. Только увидим дополнительные проблемы. Что касается помощи Ирану, то я полагаю, что мы, да, мы, во-первых, в контакте с руководством Ирана, разумеется, в тесном контакте, и свою роль видим в том, чтобы создать условия для урегулирования ситуации в поиск, и прежде всего на путях поиска взаимных компромиссов. Мне кажется, что это возможно. Никто на самом деле в регионе, и мои разговоры сейчас на полях саммита БРИКС показывают, никто в регионе не хочет расширения конфликта и какой-то большой войны. Никто. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas penggulungan sidang kemuncak BRICS di Kazan, Rusia pada Khamis.